что постановили за веру прославленной. Радуйся неверной, если на поговение просветивы. Радуйся с рекламным влиянием на жертвы не подъедаю, пресвятые Троицы явивы. Радуйся всесть, кто слушает тебе повиновавшийся, огонь живо да тебе служаку. Радуйся, лей, великий пророчек, Тарага, пришествие Христово славный предтечи. Заповедник истинного благоведения, благочестия и верности пророчей, не только во Израиле, но и среди язычестей, посланных от Господа в старинку Сидонскую, уже не вдовице припитайтесь, а через саму ту припитающую вкладе, имей повелие, чудотворение благодати, умножусь ему хуели, в дому я не оскудно. Сегодня же прийти главное время в прекрасном дуновении по молитве за его спрятанию мне, как и на я, боятся надеющему Богу. Аллилуйя! Аллилуйя! Ты съесть идею ревности, побудем сидетелю тело, скорбилось и прочее, так оставишь заветнику сыну Израилю, алтари его раскопаша, и пророки слиша, Господь же в утешении твоей возвести тебе. Как и не весь Израиль отступи от него на имя 7000 сокровенных рабов своих, и же не преклонишь и колено своему алу, им же воспоминающий ревность и поблагодея поемте с благоговением сетвая. Радуйся, верный служителей, ближний дружи Господень, радуйся, образе и похвалу благочестивых пастырей, радуйся, наставниче спасения и просвещения восьми сидящих, радуйся, защитникам истинных мужества внушая им подвизей и страданий, за правду их укрепляя. Радуйся, яко серафимскую пламенную любовью к Богу горелый сим. Радуйся, яко Господь во всем послушаешь тебе и прошению твоему сяд варяши. Радуйся, лей веки пророчек Тарага, пришествия Христова славы, приедете. Радуйся, вдаимных людей, наказателю, правды, судящих, помощники.
радуйся, правоверного воинского броневца, поборнике, мятежных же супостатных сложителю. Радуйся, премудрости, ко броне, облечения, рабочий мирный молитв за победу на выборах президента России в 2024 году Владимира Владимировича Путина. За героев десантников. За Шойгу, Сердюкова, Кузнюкова, Острокина, Шаманова, Марделова. Ночи, посланы притечи. Всякое человечество по телу удивляется, как этой причиной прочее, шило эти 4 дни, да не приятно горы Харива. Одержит подобие сие преславного явления, преславки истины Господа Вседержителя, а я ему аллилуйя. Героям армии, ВДФ, ФСБ, полиции, Росгвардии России, самые лучшие в мире. Десантники России, лучшие в мире. Радуйся причудным воздержанием ветхого человека в себе умертвивый. Радуйся огнем божественной ревности, всякое вещественное помышление в себе похваливый. Радуйся приложением твоим на небо, род человечества возвеселивый, жизнь вечную веривый. Радуйся в честью славы преистинно от Бога почтенный паче, будь всех древних духов прославленный. Радуйся от ангелских лепок вселения небесных радостно встретенный. Радуйся, яко имя Твое во всем мире почитается, ревность Твоя по пути силу прославляется. Радуйся, яко великий пророчий, вторая, пришествие Христово славный предтечи. Отче, Христово славный предтечи. Прости, потерпи, благим Бог, люди Израилева, отбрелись небаловы. Братья великие прочие в орудие воли своя, облечение божественную властью и силою, да обратишь неверное, исправишь беззаконное, просветишь омраченное, и научишь всех вопить Богу. Аллилуйя! Уйя! Стена и заступление будет нам, при связи пророчи, мощным переходатым, запутали правильным, ветре и поленьми, избавься от безблагодарственно поешьте. Радуйся молитвами твоими небо, заключая отверстие, Бога посылая. Радуйся предстательным ты предпочтен. Yeah.